Казалось бы, чего тут особенного в новогодних огоньках, гирлянд, украсивших елочки, в открытках баннеров, напоминающих нам о приближающемся любимом празднике. Только город, всегда принимающий гостей, просто обязан быть нарядным. И над его украшением подумали заранее. Яркие светодиодные шары световой иллюминации и кружевные снежинки, морозные узоры перетяжек на главной улице поддерживают общий предновогодний облик города. Глава города Сергей Сергеев побывал в цеху Римстроя, где придумывают и воплощают в жизнь новогоднее убранство. Опытный газоэлектросварщик Борис Федосеев привычным, выверенным на десятках деталей движением режет арматуру, из которой потом складывается металлическая основа для светодиодных конструкций. Реконструкция памятника «Три свечи» тоже доверена Римстрою. Чтобы установить отреставрированные свечи, ждут только хорошей погоды и обещают к 5 декабря эту работу завершить. До 5 обещали. Сегодня мы положили плитку, все. Монтировать сегодня не будем, потому что еще свежий клей. Да, ну и мороз уже не надо делать. Выберите плюсовую температуру. Глава города доволен ответственным подходом к делу всего коллектива и предлагает подумать уже над расширением производственной базы предприятия. И потихоньку прорастать уже цеха. И площадку будете содержать. Конечно. И место хорошее. Сергей Сергеев отмечает, что так относиться к любимому городу необходимо каждому, особенно когда речь идет об имидже Анапы, встречающей гостей, принарядившейся к Новому году. Оригинально оформленные витрины магазинов, ресторанов и кафе – это тоже желание горожан проявить свое гостеприимство, удивлять и радовать, как и положено в преддверии праздника.